सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितम् श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्तम् बिंदावनम् मनोहर वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्किपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावै तुलसीदेवै पियावै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीय पात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्भरुन धेयं सदा परिभवग्नम अभिष्टदोहं तेथास्पदं शिव विरिंचनुतं शरण्यं भेत्तातिहं वनतपाल भवाद्विभूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनि छटाया विस्फुरजित किमपि गोपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागर ससागर सार मूर्ति साराधिकामयि कदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो भीषाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपति भजवीशनाथ वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि जस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Хелоддунита кхедая бисайдая пратмило дамудая шамма састра вибодая расодая читтарпитанамадая шашшад бхакти винодая самодая мадхурджа марджадая Шри Чайтанна Дая Нидхе Тава Дая Буяда Манда Дая Хелот Дуннито Дая Гаудия Гаштхипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада Парамамса Чакадгуру сказал Парамвиджая Деши Кришна Санкиртанам это наш единственный слоган в Гаудия Матхи. Мы ничего другого не желаем. Мы только хотим исполнять Шри Кришна Нам Санкиртан. Потому что все находится в Шри Кришна Санкиртане. В этом Шри Кришна Санкиртанам означает Шри Шри Рада Говинда Апракрита Лила Вилас. Шри Кришна Санкиртанам включает в себя все. А получив Бхагавана Шри Кришна, мы получим все полностью. С Кришной возможны отношения во всех расах, но с Нарайной это невозможно, и даже с Рамачандрой. Мы можем иметь вот эти все расы, Шанта, Дасья, Вацалья, Сакья, Мадурия, и Мадурия также, она подразделяется на категории. Вот это все возможно с Кришной. И мир не может существовать без расы. Миры духовные и миры материальные, они не могут существовать без расы. Все хотят наслаждаться расой, начиная от комара, от жука какого-нибудь, крысы, шакала или человека. То есть все хотят наслаждаться расой. Но источник всех рас это Нанданандан Шри Кришна. Все расы, они исходят из Нандананда Шри Кришны, не существует другого источника рас. И мы хотим наслаждаться расой, и в этом наша жизнь. Мы живем, потому что мы получаем расу. Если бы не было расы, мы были бы безжизненны. Осознанно или неосознанно, все хотят наслаждаться расой. Но пракрита раса, раса материальная, она вас погрузит глубоко в материальный океан. А пракрита раса — это нечто иное. Вчера я вам шлоку прочитал. Я прочитал шлоку очень важную, я постоянно ее читаю. Премам будху вихарани жуди читта битти чайтанна чанда чарани курута нурагам чайтанна чанда чарани курута нурагам. If you like to swim, если вы хотите плавать в океане премы,
тогда вам нужно держаться за лотосные стопы Горы Хари. Нрисимхадев не поможет в этом плане. Нам только нужен Бхагаван Нанда-Нандан Шри Кришна. И Нанда-Нандан Шри Кришна, он является в форме Гора Хари. И это и нам дается особая возможность. Кто раздает прему даже растениям? Помимо Кришны, кто это делает? Кришна гулял по лесам, дотрагивался до растений и раздавал им прему, а Гуранга Махапрабху, он еще более милостивый. Кришна аватар. Кришна аватар, в нем предоминирует мадурья, сладость. После чего идет крипа, милость. Аударья, Аударья, Кришна обладает Аударьей, но не настолько, насколько Чайтанья Махапрабху. И в первый день я вам сказал, в истории человечества никто даже не догадывался о такого рода милости, которую пролил Гуранга Махапрабху. Даже во сне никому не могло такое присниться. Существует такая милость. Мы ожидаем миллионы жизней, мы ждем, но мы не можем найти решение своих проблем. И говорится, что без Кришны, без премы нет решения проблем. Когда вы получите Кришна-прему, тогда не будет необходимости ни в каких мировых организациях, которые заботятся об обеспечении мира. Все проблемы закончатся по милости Махапрабху, и нам не нужны будут вот эти вот воа. Но кто обращает на это внимание? Никто не заинтересован в этом. Гуранга Махапрабху, он Аударья Прадан. Аударья, она предоминирует, но также в нем есть и Мадурья. Все расы, которыми мы наслаждаемся в материальном мире, они являются искаженным отражением апракрита рас. Мы не знаем адреса расы, истинной расы. В Упанишадах мы читаем столько много, мы слышим столько много вещей из Упанишад, но мы не обращаем на них внимания. Мы наслаждаемся разными расами, они приходят через Майю к нам, но от Кришны, источник всех рас, это Кришна, напрямую или косвенно. Чайтанья Махапрабху сказал, что только он может дать Враджа-прему, то есть Нанда-Нандан Шри Кришна, даже Васудев Кришна не может дать прему. Возможно получить Враджа-прему, ее возможно получить только по милости Сваямрупа Бхагаван Шри Кришны. И Сваямрупа означает Гуранга Махапрабху. Оба они Сваямрупа, они не отличны друг от друга.
Таким образом, Махапрабху, он являл свои лилы сладостные. И даже полубоги, они являлись, переодевшись в обычных людей, приходили посмотреть на Махапрабху в Гамбиру. Брахма, он приходил в храм за просадом, и Шанкар, он уже на вратах храма. Столько всего, много произошло, но нет времени об этом говорить. Ну, то есть, столько много игр было совершено Гурангой Махапрабху. Сварупа, слока, с которой я начала, она была сказана Сварупа Госвами. Вы уже знаете, что Сварупа Госвами, он, его предыдущее имя — это Пурушоттам Ачарья. И он участвовал в лилах Махапрабху на Вадвипе. Его имя было Пурушоттам Ачарья. Когда Махапрабху принял саньясу, то Пурушоттам Ачарья, он очень сильно расстроился и принял торопливое решение оставить все и уйти. Гуранга ушел, и для него все опустело. И он принял вот это вот торопливое решение оставить все. И когда Махапрабху ушел, он, Сарупа Дамодара, он отправился в Варанаси. И он прям принял саньясу, но по причине разлуки, то есть он очень испытывал огромную разлуку от Махапрабху, и он принял саньясу, но не полностью. Он взял мантры, но не все атрибуты. И он принял саньясу у Майавади, но, конечно же, он не был заинтересован в практиках Майавади. И вчера я вам сказал, что Брахмананда Бхарати, он совершал, ну, то есть медитировал на имперсональную Брахму. Но когда он увидел Гуранга, у него его сердце изменилось. И то он даже старался сконцентрироваться на имперсональную Брахму, на имперсональном Брахме, но ничего у него не выходило. Точно так же сказал Шукадева Госвами. Когда мы хотим получить ответы в настроении таком вызова, когда мы спорим, то есть мы не получим ответов. Ответы придут, когда мы будем совершать баджан. Чайтанья Махапрабху, он совершил много чудес. Поменяв сердца Майавади, Пракасананда Сарасвати был заядлым Майавади. Он никогда не произнес даже имени Бога. И Махапрабху сказал, что Майавади, они оскорбители Кришны, поэтому они не могут произнести его имени. И вот один брахман в Варанаси, он сказал Махапрабху: я когда с ними встречаюсь, они начинают на тебя клеветать. Они говорят, что не нужно с тобой встречаться, потому что ты обладаешь черной магией, и что все, кто на тебя не посмотрел, они начинают думать, что ты Бхагаван. И то есть и этот брахман сказал, когда они о тебе говорят, они тебя называют Чайтанья, а они не называют тебя твоим полным именем.
почему так происходит. И Махапрабху сказал, ну, смотри, они оскорбители лотосных стоп Кришны, поэтому имя Кришны они не могут его произнести. Вот посмотрите, Махапрабху, он совершил такие чудеса, он изменил Пракасананду Сарасвати, Сарабам Батачарам. Если вы скажете, что почему же Махапрабху согласился принимать прасад в доме Сарабам Батачари, если Сарабам Батачари был майявади, он не принял гуру Вайшнава, не взял вторую инициацию. То есть если логическими интерпретациями вы далеко не уйдете. И также, когда преданные пришли из Бенгалы, Махапрабху, вместо того, чтобы отправить их бриться и на даршан в Джаганат Мандир, он сказал им, предложите поклоны Сударшан Чакре и отправляйтесь, примите омовение, а потом мы примем прасадам. И Раджа Пратапарудра, когда он это все увидел, он стал задавать вопрос, а почему так? Не так должно быть все по правилам, все должно быть по-другому. И тогда Сарабам Батачари, он ему объяснил, да, ты правду говоришь, но ты ссылаешься на Видхи-маргу, а здесь речь идет о Рага-марге. Преданные Гуранги, они настолько близки с Гурангой, у них такое единство с Гурангой, что когда, если что-то случится с Гурангой, то они могут умереть. Прям как гопи. Они сказали Кришне, ты путешествуешь по лесам Вриндавана без обуви. И Кришна ответил, коровы, они тоже обувь не носят, и поэтому я тоже ее не буду носить. И гопи, они очень страдали сильно, потому что они не могли вынести, как Кришна ходил по лесам под жгучим солнцем, по дорогам, усыпанными шипами. И сердца сжимались. И гопи сказали, мы не умираем, мы продолжаем жить, потому что наша жизнь, она у тебя в руках находится. Первая шлока гопи Гиты. Твои означает в тебе. Наша жизнь, она у тебя. Мы ищем тебя, и поэтому мы не умираем. Наши жизни, они охраняются тобой, но наши тела — это двигающиеся мертвецы, мертвые тела двигающиеся. Мы тебя ищем, но наши жизни, они у тебя. Мы хотели бы умереть. Наша смерть, она неизбежна, тем не менее мы выживаем, мы живем, потому что ты — Жизнь. Те, кто медитирует на твои лотосные стопы, они не могут умереть. Если вы заполучите амриту Индры, с небесных планет, то вы умрете. Кто такой Индра? Индра тоже, ему придется умереть. Все и каждый умрут в этом материальном мире. Индра, он наслаждается амритой, но он может прожить долго, но все равно придется умереть. Вайшнавы никогда не желают заполучить эту амриту. Если даже вайшнавам предложат
положение Индры или положение Брамы, для них это не имеет никакой ценности, они не согласятся на это. И я вам прочитал уже эту шлоку в тот раз. So they don't like. Bhagavan Sri Krishna speaking to Dhaktik. Even I like to give them force. Bhagavan Sri Krishna сказал Удаве, даже я когда заставляю их принять что-то, я им что-то предлагаю, но они не соглашаются, они ничего не хотят, им это не нужно. Krishna prema, someday by the mercy of. Однажды, по милости Прабхупады, Бхактинода Такуры, нашей Гуру Варги, если вы однажды получите вот эти реализации, тогда вы поймете, что имел в виду Прабхупада, что имел в виду Бхактинода Такур. Нет альтернативы. Сварупа Госвами он отправился в Варанаси. И он принял инициацию внешне у Майявади. Варанаси — это место Майявади. Я вам также сказала о Бильбамангале Такуре. Это чудо, иногда такое происходит. Я могу вам привести много таких примеров. Был один логик в Навадвипе. Сарвабхаум Бхаттачарья был самый великий логик в мире. И вот здесь, на Вадвипе, тоже жил великий логик, и Мапрабу ему явился во сне и сказал: «Установи мою виграху». То есть он ему показал, какую виграху. Но вот этот логик, он даже не верил в Бхагавана. То есть как такое возможно? Я не знаю. Наверняка у него были какие-то сукрити. Мы не можем увидеть какую-то взаимосвязь, но без причины ничего не происходит. Как в случае Мадхусудана Сарасвати. Мадхусудан Сарасвати, он родом из той местности, которая сейчас в Бангладеш находится. И он был самым великим майявади, философом. То есть Сарвабхаум Бхаттачарья, он был самый великий майявади на первом месте, на втором месте был Пракашананда Сарасвати, на третьем Мадхусудана, а может быть даже и на втором Мадхусудана Сарасвати был. И Мадхусудан Сарасвати, он написал вот эту вот огромную книжку «Адвейта Сидди», то есть «Как достичь Адвейта Сидди». И также в Джайва-дхарме мы знаем, что вот тот преданный, он пришел на Вадвипу из Варанаси. Он услышал имя Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Вайшнав проходил мимо его хижины. Вайшнав проходил рядом и воспевал Панчататва Махамантру. То есть он играл на караталах, плакал, иногда падал на землю, иногда поднимался, то есть он был в экстазе. И тот майявади, он понял, прям как Сарвабхаума Бхаттачарья. Сарвабхаум Бхаттачарья был майявади. Но когда Махапрабху упал на землю, Сарвабхаум Бхаттачарья, он увидел все трансформации его тела, Махапрабху. Сарвабхаума был майявади. Как он мог распознать, что это признаки премы? И он также понял, что такие признаки премы, они не существуют в этом мире, то есть невозможно их найти ни в ком. В обществе людей, то есть невозможно найти
такую прему. И Сарабхам Бхаттачарь, он очень удивился, вот этот молодой человек, он то есть он проявляет эти признаки. Вам не следует изучать Расататву. Радарани обладает таким настроением. Этот молодой человек, как он может такими признаками обладать? И вот, вот этот саньяси из Варанаси, он, когда услышал вайшнава, который воспевал Панчататву, он подумал, мне нужно с ним встретиться, а потом он передумал, нет, мне не стоит с ним встречаться, потому что я майявади, у меня много учеников, что они подумают обо мне. И далее он опять передумал, нет, нет, мне все же нужно с ним встретиться, такая редкость большая. И, в общем, пока он думал, собирался и передумал, то вайшнав он уже исчез из виду. Но он уже услышал Шабда Брама, он услышал имя Шри Кришна Чайтанья. И вот эта Шабда Брама, она вошла в его уши, и она стала его притягивать. Это все произошло 500 лет назад. Джайва Дарма описывает события 500-летней давности, потому что Прадьюмна Брамачарьи, он жил на Нарисимхапали. И Гуранга Мапрабу, он ушел максимум 50 лет назад с того момента. И имя Чайтанья Мапрабу, оно было известно всем и каждому. В данные настоящие дни нужно проповедовать об имени Чайтанья Мапрабу, но в те времена он был известен. И вот этот майявади саньяси, он прибыл в Навадвипу и принял омовение в Ганге, и один чистый вайшнав, он помог ему добраться до Годрума, до Парамахамса Бабаджи. И Мадхусудан Сарасвати, он был заядлым майявади. Но каким образом его сердце изменилось? То есть он также прибыл в Навадвипу, принял омовение в Ганге. Должно быть, произошло какое-то событие, о котором мы не знаем. И в итоге, когда Мадхусудана Сарасвати пад, он оставлял тело, тогда все его ученики, они спросили его, Гурудев, перед тем, как оставить тело, ты, пожалуйста, дай нам, поведай нам о финальном заключении, то есть... Мы хотим услышать твое финальное решение. То есть ты столько всего нам поведал, ты столько всего написал, и после чего Мадхусудана Сарасвати, он начал говорить о Кришне. И он написал книжку одну, «Бхакти Расаян». Но как возможно для какого-то майявади, ну, для майявади, написать такую книгу? И как было возможным для майявади саньяси получить милость Парамахамса Бабаджи, его имя, это из Джайва Дармы, майявади саньяси, он получил имя Вайшнава Дас. И он стал таким ученым вайшнавом, то, что он отвечал на все спорные вопросы, когда какие-то нападки проходили, случались на Гаудия Сампрадая. Вайшнавы его благословляли, и Вайшнава Дас, он давал ответы на все вопросы. Питамбара дурна бимба фала дару уста
Пурнендо сундара мукадара бинданавад Кришнат парам кимапитаттамахам на джане Кришнат парам кимапитаттамахам на джане. How speaking? И эту шлоку он, это Мадхусудан Сарасвати прочитал, тот Майявади заядлый. Он описал форму Кришны. И он играет на флейте, и цвет его кожи подобен темному облаку. И я знаю, что он — это финальное заключение. И он носит одежды золотистого цвета Питамбара. И это вот финальное заключение всего. И Шанкарачарья, он тоже написал столько много всего о Кришне, но Майявади об этом не знают. Майявади, они заняты Майявадой. Он написал не только вот эту сутру, но еще и какие-то другие книги или еще что-то. И как если бы он напрямую увидел Кришну и написал вот это вот какое-то произведение. Но никто не принимает эти... произведения. Грамматика санскритская, она меня не спасет. Гуру Кишор Дас Бабджи Махарадж, он знает санскритскую грамматику, какое у него образование. Кришне не нужно только наше сердце. У нас столько много всяких качеств разных, но мы не можем отдать свое сердце. Гуру Падма часто шутил вот так вот. Я пожелал стать вайшнавом, но как только я дошел до шлоки Тринада Писуничина, я сразу понял, что это невозможно. Я думал, как же стать великим вайшнавом, я развил такое желание, но когда я только прочитал шлоку Тринадапи, что нужно стать скромнее, чем травинка, то я сразу понял, стать вайшнавом невозможно. Я могу много всего добиться, много всего сделать, но стать Тринадапи я не могу, это невозможно. И поистине Тринадапи не какой-то там спектакль имеется в виду. Иногда кто-то показывает какое-то настроение особенное, дандават, дандават. Прабхупада говорит, все капат, все лицемеры. Истинная Тринадапи Бхава, вы не можете ее осознать, но если вы будете совершать баджан, если вы будете терпеливы, то ваши глаза не откроются, и вы, посмотрев на кого-то, вы сможете определить, он искренен или нет. Но это случится автоматически, но мир, люди глупые, они не понимают этих вещей. Они не совершают баджан, как они могут понять эти вещи? И вот этот вот логик в Навадвипе, он, вы можете сходить посмотреть эту виграху Махапрабху, он явился во сне, танцуя, совершая санкиртан, и вот этот человек его увидел, мужчина вот этот. И вот этот логик, он скульптору объяснил, как изваять виграху. И скульптор, кто из дерева делает божества. То есть он ему описал, что, чего он хотел. Сарупа Госвами, он вайшнав от сердца. Прабхупада написал маленькую книжку, которая называется «Мани Манджари». Эта книжка не о Мани Манджари. Она называется «Мани Манджари». Прабхупада там написал о состоянии всех сампрадай, Мадхавачари сампрадай, Рамануджи сампрадай. И как Майявади, они нападали на вайшнав. То есть, и как вайшнавы были вынуждены внешне принять Майяваду. То есть,
потому что жизни их были под угрозой. Они атаковали прям Майявади. И Индия, она была под контролем Великобритании, под контролем Португалии. То есть мусульмане, они заставляли людей принимать их веру. Христиане хотели все людей заставить принять христианство. Даже деньги предлагали, мы возьмем все расходы на себя, только следуйте христианству. Но хинду они никогда таким не занимались. Хинду перенесли много атак. И после даже вот этих всех попыток разных религий, разных групп, Санатана Дхарма, она сохранилась. Санатана Дхарма — это вечная дхарма. Сада означает «вечно». И вот это второе слово означает «распространяться». Санатана Дхарма, она существует вечно. И сколько было нападок всяких разных на Санатана Дхарму. Буддисты атаковали людей, чтобы они приняли буддизм. Шанкарачарья. Но Санатана Дхарма, она осталась нетронутой. Шанкарачарья, он под предлогом Санатана Дхармы, то есть он проповедовал Майяваду, он хотел использовать веды, а иначе люди бы его отвергли, они бы сказали ему, ты что-то новое придумал. Поэтому Шанкарачарья, он перед собой держал, так скажем, флаг Санатана Дхармы, но он проповедовал Майяваду, что который не имеет ничего общего с заключениями ведами. То есть они на словах Майяваде говорили, мы следуем ведам. Веда муке. То есть на словах они проповедовали веды, но в ведах нигде вы не найдете вот этих вот заключений майявадских. Но Шанкарачарья, Майяваде, они нашли несколько шлок из Веданты, из Упанишад. Что сделал Шанкарачарья? Шанкарачарья, он собрал определенные шлоки из Гиты, Упанишад, из Вед, чтобы установить Майяваду. Он просто жонглёрством занимался. Смотрите, это вот тут написано, но он был настолько хитер, что он цитировал половину шлоки, что вот у Бога нет ни рук, ни ног, а вторую половину он не цитировал, что тем не менее Бхагаван ходит, берет, слышит, видит и так далее. То есть он использовал те шлоки, которые ему были на руку. То есть вырывал шлоки из контекста. И Шанкарачарья, он не притронулся к Бхагаватам, потому что он боялся этого, потому что Бхагаватам, он не отличен от Кришны. А Шанкарачарья — это преданный Кришны. Вайшнаванам Ятасамбу. Поэтому он не притронулся к Бхагаватам. То есть он взял вот эти шлоки, собрал их из других писаний. И он создал такую философию, приятную, вкусную. Это своего рода соус, и все хотят его вкусить. Она очень привлекательная философия.
И Майявада философия, она продавалась как горячие пирожки. Классно, мы Брахма. Это классно, очень разумно. А кому надо что-то другое? То есть вообще классно, я Брахма, ты Брахма. Все мы одинаковые, сумасшедшие. Это вот их даршаник вичар. Но не поймите неправильно Сарупа Госвами, он не Майявади, он вечный спутник Гуранги Махапрабху. Не только он вечный спутник, но его Сварупа, она также во Вриндаване, Сарупа Госвами, он вечный спутник Гуранги Махапрабху, участвует в Гуранга Лили. И также он участвует в лилах Рада Говинды, как Лалита Саки. Кто-то говорит, что наоборот, он Вишака Саки, а Рай Рамананда — это Лалита, но я так не считаю. Гуру Варга пишет, что Сварупа Дамодара — это Лалита Саки, и Лалита Саки постоянно защищала интересы Радарани. И вот сейчас в Навадвипу пришел Сварупа Госвами. И Сварупа Госвами, он был в Варанаси. Сварупа Госвами, он ждал информации о Гуранге Махапрабху. Терпеливо ожидал вестей. И в конечном итоге он получил такую информацию, что Махапрабху, он вернулся из путешествия по Южной Индии. И тут же он оставил все и вернулся в Нилачал-даму. Как только он услышал, прям как я, когда я услышал, что Гуру Махарадж оставил этот мир, Бхактивалтирта Госвами Махарадж ко мне пришел почти что ночью, потому что во Вриндаване рассвет позже, поэтому темно даже там в 4 с чем-то утра. Бхактивалтирта Госвами Махарадж позвал меня, он кому-то сказал, позовите бабу. И я удивился, потому что было утреннее время, обычно никто не разговаривает в это время. И вот Бхактивалтирта Госвами Махарадж, он постепенно мне объяснил, что Гуру Махарадж ему болел, и в конечном счете он оставил этот мир. И меня утешил. Я тут же схватил мешок из-под картошки и взял свои вещи и сразу же отправился в Навадвипу. И по милости Гурудева у меня не было никаких проблем. Пришел контролер билет проверить, но меня освободили. И как только я попал в Навадвипу, я оставил свои вещи в Шив-мандире и отправился совершить омовение, чтобы помыть мои грязные ум, сердце, тело. И тем временем Гуру Махарадж, он вернулся в мат. И я участвовал в церемонии самадхи. Я принял последний прасад Гуру Махараджа. И я у нового самадхи Гурудева сидел один. Я просил его наставлений. Там никого не было, то есть на только что на свежем самадхи. И вот Сварупа Госвами, когда он только получил информацию о том, что Махапрабху вернулся, он сразу же ринулся в Нилачал-даму. И очень быстро, как спортсмен, он добрался до Нилачалы. И как только он прибыл в Нилачал, он
он стал спрашивать о Махапрабху, и тогда ему сказали, он у Каши Мишры остановился. А где Каши Мишра? Ну, вот его отправили в Гамбиру, и вот Сарупа Дамодар, он отправился в Гамбиру и увидел Махапрабху, и он сидел в окружении преданных, и Махапрабху был таким высоким, что даже издалека вы бы сразу заметили Махапрабху. И кто-то из преданных сказал: смотри, Сварупа Дамодар пришел, Пурушоттама Ачарья, и Махапрабху тут же поднялся, обнял Сварупу Дамодара и сказал: ты сегодня ночью явился ко мне во сне. Я видел во сне, что ты придешь. Я был слеп, и сейчас ты вернулся, и я обрел снова свое зрение. И вот Сварупа Госвами, он устроился неподалеку от Махапрабху. От Махапрабху. Джагадананда, они, если я правильно понимаю, он жил с Мукунды, у Мукунды, и Сварупа неподалеку стал тоже там где-то жить, и Рамай Нандай тоже, они жили где-то там недалеко, и Махапрабху, он принимал прасад у разных преданных, все постоянно его приглашали на прасад Махапрабху. То есть чаще всего он был на прасаде у разных преданных, не в Гамбире. И все Навадвипа Васи под руководством Шивананда Сены, они прибыли в Нилачалдам для того, чтобы там побыть с Махапрабху в период Чатурмаси, то есть 4 месяца. И все преданные, они с собой много чего принесли, уже отдали что-то Махапрабху, и что-то каждый день они предлагали Махапрабху. И, в общем, Махапрабху совершал санкиртану, и Махапрабху, он был в нормальном своем состоянии, то есть он еще не стал проявлять свою особую бхаву. Совершал санкиртан, Адвайта Госвами, Сварупа Госвами. И я вам уже рассказал, подобно тому, как все реки, они в конечном итоге сливаются в океан, с океаном, точно так же все преданные с разных уголков Индии, они стали собираться в Нилачалдаме. И Нитянанда Прабху, он уже предсказал, ты как океан, а все преданные, они как реки, и постепенно они все собираются здесь, чтобы с тобой встретиться. Махапрабху привлекал всех как магнит. Сварупа Госвами, он очень жаждал послужить Махапрабху. И вот совместно с Джагадананда Пандитом, однажды Сварупа Госвами и Джагадананда, они посовещались, выразили свое сожаление. Они не могли переносить, что Махапрабху, он даже зимой, он спал на полу и не пользовался ни матрасом, ничем. И вот они хотели ему что-то устроить там. И изначально матрас был предложен Махапрабху, но Махапрабху, он так разозлился. Он сказал: да, да, и это причина, по которой я принял саньясу, что вы мне скоро кровать тут принесете, матрас на него положите, подушку мне дадите. И это вот это, по вот этой причине я принял саньясу. Да, да, вы, конечно же, правы. Прабху сказал: сейчас вы меня просите принять подушку и матрас, а завтра вы мне принесете кровать. И по этой причине я взял саньясу, принял саньясу. Заберите все. В общем, и они все расстроились.
Что же делать? Мапрабу не принимает ни матрас, ни подушку, но как же нам это все снести? Мапрабу спит на земле, он принимает душ 3 раза в день. Мапрабу нас учит, что брахмачари и саньяси должны принимать омовение 3 раза в день и читать мантры. То есть как они могли с этим смириться, с образом, аскетичным образом жизни Мапрабу? Тогда Сарупа Госвами сказал Джагадананде: подожди, я все устрою. Тогда Сарупа Госвами, он принес много сухих банановых листьев. И, в общем, он взял листок за листком и разорвал на маленькие кусочки эти листочки. И тогда он попросил у Говинды старые одежды Мапрабу, сафран. И Сарупа Дамодар сказал: Говинда, дай мне старые одежды Мапрабу. На что они тебе? Зачем они тебе? Нет, ты мне дай их. И вот тогда Сарупа Дамодар, он разорвал все вот эти вот банановые листочки и сшил матрас из старых одежд Махапрабху своими собственными руками. Таким образом, Сарупа Госвами приготовил матрас, подушку, после чего со страхом он подошел к Махапрабху и сказал: если ты... У меня есть один запрос к тебе. Какой запрос? Сначала ты мне пообещаешь, что ты мне не откажешь. Нет, нет, скажи мне сначала причину. Ну, то есть, в чем дело? Объясни мне сначала. Смотри, Прабу, все преданные, они страдают, потому что ты такой аскетичный образ жизни ведешь. Я вот тебе приготовил матрас из вот этих сухих листьев. Я, пожалуйста, прими это. И Прабу, он не мог ничего сказать Сварупе, потому что он его любил очень сильно. Он хотел отказаться, но не смог. И все преданные, они попросили Сарабама Бхаттачарья Адвейта. Все просят тебя принять. И тогда Мапрабу, он сказал: ну что же поделать. И он тогда принял это подношение. Вот Сарупа Госвами, он устроился в Нилачале, он помогал Гуранге Мапрабу. Гуранга Мапрабу, он совершал свои лилы с Харидасом Такуром. Таким образом, все реки, они сливаются с океаном. И наш Рагхунат Дас Госвами, он тоже пришел. Постепенно мы это обсудим. И потом Санатана Госвами, он придет и будет жить с Харидас Такуром. Потом Рупа Госвами тоже придет. И вот про Ратхаятру мы поговорим, про настроение Махапрабху. И как Махапрабху, он постепенно стал являть антарлилу, но сейчас Мапрабу, он в другом настроении, он совершает другие лилы. Таким образом, разные преданные приглашали Мапрабу на прасад, Мапрабу ходил в Джаганат Мандир, и однажды Сарабама Бхаттачарья, он подумал, очень часто Сарабам Бхаттачарья, он приглашал Мапрабу, он приносил прасад из Джаганат Мандира или готовил что-то. И Сарабам Бхаттачарья, он хотел приготовить что-то особенное только для Мапрабу. Сарабам Бхаттачарья подумал, когда все саньяси вместе с Мапрабу, Мапрабу, он стесняется, то есть он не может, как положено, принять прасад. То есть он занят тем, чтобы как бы всем показать, как правильно прасад принимать там, и так далее. И Сарабам Бхаттачарья, он подумал: я хочу пригласить Махапрабху, но одного, чтобы он без саньяси пришел. Потому что, как правило, к Махапрабху приходили 2-3 саньяси. И тогда Сарабам Бхаттачарья, он смолился Бхагавану: Бхагаван, я хочу тебя сегодня угостить прасадом одного. Как же это станет возможным? Потому что, как правило, 2-3 саньяси приходили с Махапрабху.
И тогда Сарабама сказал: Джаганат, возможно такое, чтобы Махапрабху пришел один на просад? И Сарабам Бхаттачарья, он приготовил столько много блюд всяких разных. И в момент просада погода испортилась, началась буря, молния, гром. И Махапрабху каким-то образом добрался до дома Сарабама Бхаттачарьи, и никто из саньяси не смог прийти. И Сарабама спросил: ты саньяси с какими-то пришел? Нет, я один, я не знаю, где они, не один. Как-то я добрался до тебя по милости Джаганата, не сказал, что я являюсь Джаганатом. И Сарабама Бхаттачарья, он очень обрадовался: о, Индра Махарадж, я предлагаю тебе мои поклоны, ты решил вопрос. О, Индра, ты сегодня получишь благословение, сегодня ты исполнил мое желание, ты получишь бонус. И вот Сарабама Бхаттачарья накормил Махапрабху до полного удовлетворения. Таким образом, столько много лил случилось, и лилу с Амогом мы уже обсудили. И вот сейчас сначала я вам объясню шлоку Сварупы Госвами. Я забыл сказать, что когда Сварупа Госвами, он встретился с Махапрабху, он предложил свои поклоны, и вот он прочитал эту шлоку. Он сказал: «Прабху, я предатель». Сварупа Госвами, Махапрабху сказал: «Ты пришел ко мне, это твоя милость». А Сарабама Бхаттачарья сказал: «Ты говоришь что-то противоположное, я тебя оставил, ты принял саньясу, а я принял необдуманное решение, я отправился в Варанаси, но ты такой милостивый, что ты из Варанаси притащил меня сюда за волосы, а сейчас ты мне говоришь что-то противоположное. Я тебя оставил, но ты меня не оставил». И вот это называется настоящий учитель, настоящий господин. Ты меня не оставил, ты меня каким-то образом притащил сюда. Когда Индра совершил абхишек Кришне, с неба посыпались цветы. Кто их бросал, кто его знает? Деваты. И вот точно так же Сварупа Госвами сказал, что с неба льется милость, огромная милость. Никто ее не ожидал. Твоя доя не может быть сравнена ни с чем. Набута на Бхавишьяти. Мы не можем ожидать такую милость. И эта милость, она так влияет на сердце, она переворачивает все с ног на голову. После чего говорит: твоя доя, после чего Сарупа Госвами сказал: а твоя доя, она великая, самая огромная редкость, но она сейчас доступна, ну, то есть в доступности, получить ее очень легко. Это твоя милость. Даже майявади изменились. Столько много майявади. Сакшат Бхактивинодая. Когда кто-то с тобой встречается, смотрит на тебя, сразу получает бхакти.
как жены Раджи Пратапарудры, вы не помните, когда Махапрабху, он отправился во Вриндаван на второе путешествие, мы сейчас об этом не будем говорить. Сейчас Махапрабху живет обычную жизнь, и потом опять снова он засобирается в путешествие. И Раджа Пратапарудра, он организовал просад для Махапрабху, и все вот эти вот деревни на пути Махапрабху, там люди построили хижины для Махапрабху, чтобы Махапрабху на пути мог там остановиться, отдохнуть, принять просад. И Раджа Пратапарудра, он послал лошадь очень быструю, и куда бы, где бы Махапрабху не появлялся, там лошадь уже, ну, она добралась до того места с просадом и совсем, с Махапрасадом. Так каждый день происходило, ну, прям до самого конца. Это случится позже, не сейчас. Это случится, когда это произойдет, когда Махапрабху отправится во Вриндаван. Рагхунат Дас Госвами, в общем, он хотел быть с Махапрабху. Когда Махапрабху был в Навадвипе, он встретился с Рагхунат Дас Госвами, но он что сказал Рагхунатху? Махапрабху дал ему этот совет. А вы знаете почему? Потому что Рагхунат Дас Госвами, он обратился к Махапрабху напрямую. И позже, намного позже, Нитянанда Прабху, он был в Панихати, там это долгая история. И почему Махапрабху сказал такие слова Рагхунат Дас Госвами? Отречение Рагхунатхи, оно совершенное, он вечный спутник Бхагавана. Но Махапрабху, он хотел научить нас, чтобы мы не показывали эту вайрагью обезьянью нашу. Обезьяны, они очень отреченные животные, но они ждут, когда кто-то мимо будет проходить с бананами, и даже они воруют телефоны, очки. Однажды один мужчина, он вышел из банка, он снял деньги со счета и вышел из ATM с деньгами. И обезьяна, она схватила пакет с деньгами, и деньги залетали повсюду. И сразу же люди сбежались, начали собирать деньги. И вот это вот обезьяны таким занимаются. У меня обезьяны украли 3-4 раза очки. Обезьяны были очень умны. У меня был тюрбан на голове и палка даже. Но, несмотря на это, они знали, что я глупый, что они меня не боялись совсем. Знали, что я какой-то глупец. Они просто забирали у меня очки и упрыгивали. У меня была палка в руках даже и тюрбан. И я очень был осторожен, но обезьяны подходили, как джентльмены, брали очки, нежненько так и упрыгивали. Но сейчас обезьяны не забирают у меня очки, я, потому что сейчас более аккуратен, я их убираю. И один преданный, один Саду Мараш, не этот Саду Мараш, а другой Саду Мараш, ученик Бхакти Дайтамадава Госвами Мараджа,
Он однажды отправил одного брахмачари в Сафрани. Там был праздник какой-то, он ему дал денег и отправил его на рынок купить сладости. И брахмачари возвращался с этими сладостями. И такой здоровый брахмачари был, много сладостей нес. И вот на него манки напали и устроили там фестиваль сладостей. Все сладости, они на земле оказались. Это называется отречение обезьян. Но если вы посмотрите на обезьяну, они такие все отреченные, смотрят налево-направо, но они наблюдают, у кого там что, кто что несет, мимо проносит. И вот почему Махапрабху использовал это слово «маркат вайрагья», «обезьянья вайрагья». И это означает, что с самого начала Махапрабху нас хотел научить юкта вайрагии, совершенные вайрагии. То, что вот эти две шлоки, которые Прабхупада печатал постоянно на обложке Гаудии, журнала Гаудия. Вот эти две шлоки — это основа Гаудия Баджана. Если кто-то осознает эти две шлоки, то он поймет все. Это формула, как в математике. Начинается все с маленькой формулы, иногда вычисления не на 2-3 страницы. В общем, Махапрабху отправил Рагхунатха дас Госвами домой. Он сказал: живи свою жизнь нормально, обычным образом, и не показывай вайрагию. До этого его родители, они очень переживали, потому что Рагхунатха дас Госвами, он постоянно пытался сбежать из дома. И как только он не сбегал, то там были охранники, слуги, они его постоянно где-то настигали и домой возвращали. Хиранья Гавардан — это отец и дядя Рагхунатха дас Госвами. В общем, семья Рагхунатха была богатая, то есть они поэтому там охранники у них были. Поэтому Рагхунатху никогда не удавалось сбежать из дома. Все попытки заканчивались неудачей. И тогда Махапрабху сказал: отправляйся и живи нормальной жизнью. Принимай прасад и все. И тогда отец и мать, они расслабились, подумали, ну вот все, он успокоился. И потом Рагхунатха дас Госвами, он встретился с Нитьянандой Прабху, и там вот этот вот фестиваль произошел, Дади Чида. Я вам рассказываю события, они не в хронологическом порядке. Вы должны привести это все в гармонию, в последовательность. Каждый год преданные из Навадвипы, они приходили в Нилачал на Чатурмасе. И в каком году Рагхунатх явился? Потому что это тоже было в период перед Чатурмаси, когда в конечном итоге Рагхунатху удалось сбежать, родители отправили охранников, и чтобы те встретили группу преданных, и чтобы, в общем, охранники, они настигли преданных, и вот они начали их спрашивать: где Рагхунатх, он с вами? Но там не было Рагхунатха, поэтому вот эти охранники, они вернулись и сказали, что мы не нашли твоего сына, сказали отцу. И в том году, ну, когда Рагхунатх сбежал из дома, в конечном итоге, он пошел другой дорогой, не той дорогой, которой
шли, как правило, все преданные. Рагунат, он был умен, он сразу понял, что если я пойду этой дорогой, то меня там сразу же поймают и назад домой отведут. И, то есть он пошел другой дорогой, зигзагом, и он практически... Он постился практически все время. То есть в тот год, когда случилась вот эта лила, когда Нитянанда Прабху, он поместил свои лотосные стопы на голову Рагунат Дас Госвами. Нитянанда Прабху сказал: «Я тебя искал, а ты скрывался от меня, я тебя накажу, данда». И какого рода данда? То есть наказание. И Нитянанда сказал: «Тебе придется организовать фестиваль и угостить всех йогуртом, чирой и так далее». И Нитянанда сказал: «Сейчас ты возвращайся домой, и по милости Кришны в скорейшем времени ты получишь возможность сбежать из дома. Очень скоро». Нитянанда Прабху сказал: «Когда ты встретишься с Махапрабху», то есть Нитянанда, он ему все предсказал, «как только ты встретишься с Махапрабху, как только ты придешь в Нилачалдам, Махапрабху тебя отдаст лотосным стопам Сварупы Госвами. И у тебя будет возможность совершать антаранга севу. И об этом я вам объясню завтра». Нитянанда сказал: «Ты можешь отправляться, у тебя не будет проблем». И вот когда Дади Чира Уцов закончился, наш Рагунат Дас Госвами, он стал ждать вот этой вот золотой возможности. И вся семья Рагунат Дас Госвами, они расслабились, они подумали, что Рагунат уже стал нормальным, успокоился. И вот в тот день там не было, у Рагуната, у него не было охраны. Тогда Рагунат, он побежал в тех же одеждах, в которых он был, с пустыми руками. И по пути он встретил Ядунанда Начарию. «А куда ты идешь?» Рагунат Дас Госвами спросил: «А куда ты направляешься?» И Ядунанда Ачарья сказал: «Мой севака, что он совершает служение в храме, он ушел». И тогда Рагунат сказал: «Ну, ты иди ко мне домой, я сейчас приду». То есть он не сказал, что он не вернется, и иначе бы его потом поймали. То есть для Кришна-севы можно даже наврать кому-то. И Рагунат Дас Госвами, он очень быстро шел в Нилачалдам, то есть он добрался за 12-15 дней, практически не отдыхал, не принимал просада, без просада. То есть он, может быть, 3-4 дня где-то молока попил, 4-4 раза. И завтра мы обсудим встречу Рагуната Даса Госвами и Махапрабху. Сегодня нет времени. Мадурджа Марджадая, Сичайтанна Тавадая, Буяда Мандадая, Ванча Калпатарус, Кипасиндхавач, Ватитанан Бхавана Бхавишна.